Многотысячные митинги сегодня в столице Молдавии. Люди требуют проведения досрочных парламентских выборов, и по закону они состоятся, если до конца дня президент Николай Тимофти не назначит нового премьер-министра страны. Нынешнее парламентское большинство выдвинуло на эту роль олигарха Владимира Плохотнюка. Причем, когда глава государства отклонил его кандидатуру в связи с тем, что он, цитата, «не соответствует критериям нравственности и неподкупности», парламент выдвинул ее повторно. Если Плохотнюка не одобрит его второй раз, как того требуют демонстранты, те, кто предлагал его кандидатуру, могут инициировать импичмент президента. Впрочем, такой сценарий вряд ли наберет нужное количество голосов. Социалисты не будут участвовать ни в одном заседании парламента в январе и не поддержат отставку Тимофти. Сейчас она не актуальна. Пусть сначала распустят парламент. Если отставка президента будет поддержана, это может сыграть на руку парламентскому большинству. Владимир Плохотнюк, один из богатейших людей Молдавии, был вице-спикером парламента. При этом рейтинг доверия в стране к нему низкий. Многие связывают с его именем контроль над системой юстиции и силовыми ведомствами.